растет, развивается, улучшает катание с каждым разом. Как легкое дыхание приза восстанет Леша Раиза! Самочувствовала, ножки путала, немножечко шатнула. Чуть-чуть первую оценочку, я думаю, мы немножечко подкосились, потому что чуть-чуть зажалась. Причем начала шикарно, кроссрольчики сделала хорошо. Все хорошо, а потом в серединке вот эта троечка, но зато мы идем на сложные элементы, все правильно. Мы могли бы спокойно бы этого не делать, но... Алиса Гребенщикова, Алексей Тихонов, оценки за технику. 5-9, 5-9, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Оценки за артиста 0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общая сумма 11,92 балла. Чуть-чуть не дожали. Татьяна Анатольевна, а чего, почему же за артистизм 5,9? Тоже, конечно. От того, что за технику 6-0 тоже, я поставила. Конечно, вещь любимая. Я еще на сборах в Лиселидзе выступала в хоре и пела эту песню. Конечно, то, чему они эти двое научили девчонку, это, конечно, не поддается описанию, потому что и нельзя это недооценить. Потому что и верхние поддержки, и, ну и катание, и ну не боится ничего, все делает. Но мне кажется, что вот как раз постановочная часть, да, какая-то режиссерская часть, она не была, мне не была на 6-0. Я не люблю, когда в музыке поют, а движениями это же повторяется. Я и так это пойму, если про это думают. Вот. И поэтому мне казалось, что каких-то моментах им тяжело. Хотя Леша, конечно, удивительно похож и внутренне похож на выдающегося русского актера. На Лешу Рыбникова, на Алексея Рыбникова, да. Которому мы благодарны за всю нашу молодость и жизнь, за создание потрясающих, уникальных образов. Вот это все, что я хочу сказать по поводу увиденного. Алексей, как вам этот фильм «Девчата на льду»? Замечательно. Такое ощущение, как будто я уже его снова посмотрел. Но, тем не менее, просто заметил... Ну, небольшое такое с ритмом что-то было. Не ча-ча-ча, поэтому я поставил 6-0 за технику, потому что безукоризненно, по-моему. Ну, просто, может быть, переволновались, не было взаимопонимания, я за артистизм поставил 5-9. Но, в принципе, я считаю, что у вас есть все хорошие шансы на победу, так что, ребят, вперед. И главное, чтобы здоровье было у вас. И не болеть. Всего спасибо, хорошего, Леша. Удачи. Я не могу не дать слово Карену Георгиевичу. Карен Георгиевич, слово вам. Замечательная пара. Мне кажется, действительно, но я чуть-чуть раньше начну. Вы знаете, надо вообще отметить, какой фантастический труд и талант вкладывают в это дело Александр Журин и Илья Вербух. Это я просто не представляю. Это каждую... Подумайте, столько пар. Они вдвоем ставят каждую неделю новые номера. Это что-то потрясающее. Причем мы видим, ну, фантастические номера есть. К чему я говорю? Понятно, что невозможно все, так сказать, делать на одном уровне. Где-то чуть получается, где-то чуть не получается. Вот в данном случае я согласен с Татьяной Анатольевной, что мне показалось чуть-чуть буквальный ход, Илья, найден в режиссуре. Мне кажется, это, потому что номер, ребята катаются великолепно. Так сказать, просто вот не хватает чуть-чуть тех находок, которые у тебя великолепно вот в предыдущих номерах сделаны. Поэтому вот я поставил здесь
чуть меньше оценку, чем она могла бы быть. Спасибо. Спасибо большое, Карен Георгиевич. Ребят, вы уже не раз были лидерами этого проекта. Сегодня высший балл не получился. Почему? Как вы думаете? Алексей? Алексей? Вчера, когда на репетиции мы проходили номер, даже до этого еще на разминке, делали беговые шаги и тупые коньки. Мы подскользнулись, и я вместо того, чтобы держать партнершу у себя, уронил Алису немножечко и сам еще плюхнулся хорошо не на нее рядышком. Но так неудачно упало, что вчера я не мог ходить, у меня не было одной ноги. Ну, и я очень переживал, смогу ли я вообще дальше продолжать этот проект. Очень счастлив, что могу, потому что доктор уколол. Доктор уколол, все ребята, все очень сильно поддерживали. Особенно Алиса и Илья. И вот это волнение, которое должно было быть моим, она какую-то часть забрала на себя. Я думаю, поэтому сегодня были какие-то маленькие вот ошибки, о которых сказали наши уважаемые судьи. Но в этом нет ничего страшного, и мы уже готовимся потихонечку к следующей программе. Эта песня, этот фильм не могут оставить равнодушными никого. Вы делали ставку именно на это? Знали, чем подкупить Татьяну Анатольевну? Мы и сами любим очень этот фильм и эту музыку. И если у нас была такая счастливая возможность поклониться прекрасному советскому кино посредством этого фильма, мы это сделали. Всех судей, и в особенности Татьяну Анатольевну Тарасову, друзья, очень, поверьте, очень сложно подкупить. Я знаю, чем их можно подкупить. Их можно подкупить только всего лишь хорошим катанием и интересными образами, которые создаются здесь, на этом льду. Сегодня были ошибочки. У кого-то лучше, у кого-то чуть хуже. Но проект идет, шоу продолжается. И, по-моему, глядя в ваши лица, я смотрю, вы все счастливы, нет? Большое, ребят, поправляйтесь и, пожалуйста, не травмируйтесь больше.